день. Сегодня я уже получила свою посылку. Делала заказ на сайте Мыло Опт. Делала заказ 2 дня назад. И вот сегодня уже посылка у меня. Давайте посмотрим, что там внутри. Еще дополнительно запаковано в пакетик. Перечень товаров. Я делала заказ соль. И пакетики упаковочные. Здесь подробно написано весь перечень, сумма и итоговая сумма. Так, еще дополнительно запрашивала паспорт качества. Спасибо огромное. Паспорт качества на английскую соль. Вот она. Герметично упакована. Здесь 3 килограмма. Здесь еще указано на этикеточке срок годности. Вот декабрь 21 год. Производитель Англия. Еще файлики запакованы хорошо. Пакетики. Я заказала крафтовые пакетики. Маленькие и 2 таких пакетика с штампом «Ручная работа». В описании на сайте подробно все написано, какой размер. Все правильно. То, что мне подходит. Еще также я заказала пакетики zip с таким замочком. Они очень плотные. Внутри еще фольгированная упаковка. Маленький и большой пакетик вот такой. Я считаю, что очень немаловажно, что на сайте подробно написаны размеры пакетиков. И также вес написан. На какой вес рассчитан пакет. Этот на килограмм у меня получается. Он такой большой. Эти маленькие на 0,5 килограмма. Что вот, спасибо за посылочку Мыло Опт. В описании будет подробно описано, что я заказывала в этом видео. И ссылочки на это товары. До свидания.